Более 100 первоуральских семей номинировали на получение почетного знака «Совет да любовь». Региональную награду вручают супругам, которые прожили вместе дольше полувека. На выплаты золотым парам в бюджете области предусмотрено почти 29 миллионов рублей. Знак отличия «Совет да любовь» вручают по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева. Претендовать на награду могут уральцы, постоянно проживающие на территории региона и состоящие в браке не менее 50 лет. Каждый из супругов получает единовременную выплату в размере 5000 рублей. В этом году награду получили 84 первоуральские пары. В следующем сумма выплат будет больше на 1 000 000 рублей. Как пояснили в правительстве региона, это связано с увеличением числа получателей. С 2011 года, то есть с момента, когда был подписан указ губернатора Свердловской области, в городском округе Первоуральск уже награждена 1851 пара. То есть вручен знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». В среднем в год у нас вручается этот знак, более 100 пар получают.